А иногда мне больше всего нравится моя собственная фамилия. Ахимени Лидер Лакоткин Карпенкевич Ковский. Ахимени Лидер Лакоткин. Сегодня не лекция, хотя у нас есть традиция лекции Псоя Короленко. Отрывок «Взгляд и нечто», о чем лишь нечто обо всем. Что касается песни на стихи Маяковского, дело в том, что это мой первый детский опыт встречи с чушью. Я ознакомился с историей слова «чушь». Основная версия, что это слово является родственное «чушка», «чуха», что означает «надежда». Правильно ли я понимаю, что каждый из нас имеет опыт встречи с чушью? Давайте, пожалуйста, приведем примеры, когда абстрактный текст является явным образом не чушью. Текст Хармса «то и это». Вы можете напомнить чуть-чуть? Это есть читаю. То, то есть это. Это не есть то, это то не есть это. Если это есть то, то то не есть это и так далее. Абстрактный – это не значит абсурдный. Хармс, конечно, абсурдист. Но мы сейчас говорим не об абсурдности. Но это абстрактно-философский текст. Как сказал мой хороший друг, не удалось прочитать «Улисса», потому что он начинается со слов «stately, запятая, plump». Стройный и пухленький. И дальше не захотелось читать, как это так, сразу и «stately», и «plump». И я хочу вам сказать, что здесь характерный пример встречи с чушью. То есть как же так? Перефразируя Мандельштама, я список королей прочел до середины. Можно тогда цитировать и сказать, я джойсовский «Улисс» прочел до «stately, plump». Была девочка Надя, ей нравился собственный дядя. А рядом с ней девочка Мотя, ей нравилась Надина тетя. О чем это я? О чем это я? О чем это песня моя? На доске, на мечте, на былой красоте. Потому что мы не понимаем, что значит понять песню. И когда я выступал в одном городе, ко мне подошли две женщины, примерно 60 лет, сказали, что спасибо огромное, это был такой интересный концерт, но мы ничего не поняли. Я говорю, вы знаете, наверное, вам не понравилась песня. Песню можно принять или не принять. Песню можно... Она может нра-не-нра, как сейчас говорят, в кайф или в лом. В каждой строчке моей ничего лишнего. В каждой строчке моей ничего лишнего. В каждой строчке моей ничего лишнего. В каждой строчке моей ничего, кроме ничего. Спасибо.